Привет, друзья! Привет! У нас сегодня выходной, предновогоднее настроение. И мы что решили сделать? Слаймы! Слизь сделать. Мы хотим попробовать сделать какие-нибудь новогодние слаймы. Снежные, еще какие-нибудь. У нас куча есть всего. И мы будем делать то, что ни разу не делали. Будем просто экспериментировать. Может, намешивать разные ингредиенты. Мутер, шарики пенопластовые или раскрошенный пенопласт. У нас есть. У нас есть вот такие шарики. Я думаю, что подходят для какого-нибудь снежного, да? Да. Еще у нас есть такой перемолотый пенопласт. Да, я сниму его. И я думаю, что из него получится шикарный снежный слайм. Мы ни разу не делали такое и хотим попробовать. Еще у нас есть клей Элмерс, прозрачный и обычный белый. У нас есть сияющий в темноте клей, смотрите, с блестками. Вот такие разные пигменты перламутровые у нас есть. Много искрасителей. Есть вот такой, не знаю, если захотите голубоватое что-то блестящее. Это блестящее. Есть вот такое, золото. Как раз к Рождеству подходит. Очень. К Сониной шляпке. Моя. И у нас есть загуститель обычный. Тайд, который мы всегда используем, он без цвета, без запаха, очень удобно. Дети, я очень хотела сделать из прозрачного клея и с вот этим пенопластом перемолотым слайм. Поэтому давайте первый сделаем для меня. Да. А, еще я забыла напомнить, куда мы будем этим слаймы девать? Друзьям. Да, забыла совсем. Друзьям будем отдавать. Заодно мы сделаем подарочки нашим друзьям. Да, эти и слаймы. Себе некоторые оставим. Себе тоже это подарочки надо. Это подарок на Рождество. Ну что, давайте попробуем первый долгожданный мамин слайм. Снежный. Снежный слайм. Белый пенопласт, прозрачный клей, загуститель. И я не знаю, может быть, какое-нибудь что-нибудь вот отсюда добавить можно. Вот да. Что-нибудь блестящее. Вот так, эти оба. Вот эти оба? Да. Они красиво так смотрятся. Так, давайте посмотрим, что это. Какие-то голливудские блестки и белый катон. И все это перламутровое. Для этого возьму большую емкость. Хочется побольше сделать. Держись. Ага. Сыпем по чуть-чуть вот этого и того. Давай. Хотя весь, может быть, будем использовать. Не, не надо весь, чтобы это красиво. Сейчас можешь посмелей. Ух потому ты, что у нас клея знаешь, много. Похоже. Можно я сделаю смело? Мам, я просто не могу сильнее так высыпать. Вот так вот. Ой. Это все, мам. Все, хватит? Это почти да, все. Да. Почти все, да? Да. Ну ладно. Так, теперь вот это. Давай сначала тут размешаем, посмотрим, как будет. Может, не надо тот добавлять. Давай. Получается какой-то перламутр. Ну, какой-то цвет. Похож на жемчужное что-то, да? Да. Цвет жемчужины у нас получился. Там снега. Там снега, вот да? Так, будем сыпать еще блестки? Да, 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 красиво. Вот эти. Давай, давай, давай. Ух ты, ух ты, какая красота! Посмотрите на это. Красиво. Класс, да? Да. Я теперь понимаю, почему это голливудские блестки. И вот почему я хотела это насыпать сюда. Слушай, мне кажется, больше не надо. Так, давайте я поближе по камере покажу, чтобы было понятно, как это выглядит. Оно так красиво. Да, а? Это сильно перламутрово. Хорошо, что да. Мы вот эту выбрали. Смотрите. Теперь будем добавить этого снега. К рукам прилипает, да? Да. Кстати, если кто будет спрашивать, как я делаю пенопласт, я его терла на терке. Потому что мне очень хотелось сделать вот это вот все. Смотри, как на жемчужины похож. Да. Если бы мы сделали, дети, вот эти шарики, вот в этом, то был бы жемчуг настоящий. А тогда будет снег хрустить. Смотрите на это. Серый какой-то. Да. Бился, да? Он серый, он красивый очень. Так. Да. Я думаю, что можно загуститель уже бить. Давай. Вот это. Вот так. Держи. Я держу. Так, по-моему, он уже превратился в слайм. Слайм его надо замешивать, теперь я ставлю. Что это? Ой, ну как? Не знаю пока. Рыбка. Это похож. Это какая-то слизь крутая очень. О. Это должен быть снежный. О, вот так. О, громко. Так. Красиво. Вытащим и будем замешивать на столе. Красота это слизь. Смотрите, он уже приятный, да? Да, классный. Смотрите, как да, блестящий. Да, вот смотрите. Ага.
Классный. Паутинка получается, да? Ого! Паутинный. Как сугроб, да? Звук как в сугробе, слушайте. Да, попробуй так сделать. Глухой, как в снеге. Точно. Так, ну теперь давай растянем его. Друзьям точно понравится. И моим. Ой, какой этот пенопласт. Давайте попросим зрителей. Если им понравился этот наш первый слайм, то пусть... Поставить лайки! Дети, что предлагаете дальше делать? Взять белый клей, немного сюда этого замешать. Прозрачный, правильно? А потом добавить вот этого. Прозрачный клей опять? Давай. Бухайте. Скажи, когда достаточно. Сколько хотите. И учитывайте, давай, что вот этого еще нальете. Все можно. Шмокай там. Размешай. Слушай, весь глиттер вышел, да? Что у меня чувствуешь, будет красиво очень. Зеленый! Смотри, здесь золотые блески тоже есть. Кстати, у нас есть тоже еще золотые блески, если что, потом подсыпем. Но пока не будем, потом, если что, добавим. Только они чуть-чуть разные такие. Да, здесь крупные. Красота. Я говорю, как ночь, и там звезды. Ой, жемчужинки! Жемчужинки, ну какой крупный вообще. И замешивай, замешивай. Замешиваю. О, это красиво. Побольше. Давай, засыпай. Как будто снег идет, да? Ага. А, вот так. Слушайте, он уже густеет из этих шариков. Хорошо. Да, это как, он уже густой стал. Повисли, да? В невесомости повисли. Это на электричество, Никита, не волшебство. Они все наверху поднялись, а снизу вот этот клей остался, видите? Он собрался весь снизу. А когда добавим этого запустителя, то это будет слизью. Ага. Да, больше надо. Вот так? Во, вот так, да. Да. О, уже мама, я думаю, нужна помощь. Помощь моя, да? Вы держите тарелку, а я буду замешивать. Да, сложно. Сильно держись. Держи. Давайте, блядь. Они все троем держат. Никита на стол залез. Мама, слушайте, он уже начал это густеть. И он такой классный. Посмотрите, как холодец какой-то, как желе. А пахнет жильем. Жильем? Это очень мало. Держим, держим. Класс. Посмотрите, да? Да. Вообще супер. Оно уже такое красивое. Смотри, вот здесь, здесь красиво тоже. А у меня вот не светящийся слайм, оставляющий из-за. В горошек, слайм в горошек. Цвет приятный, хорошо, что мы голубой сделали, да? Да, и здесь немного золотых блесток тоже, только невозможно заметить. Да, их чуть-чуть, там оно все внизу, стекло. Не, оно везде просто, и оно как будто бы тоже не становится. А становится? Становится, становится. Да, оно... Просто оно пенится сильно, ты его вспенила. Я не знаю, как не спенить. Надо потихоньку. А сейчас красиво. Да. Сейчас очень красиво. Вот скажите, что это не новогодний слайм, да? Точно новогодний. А смотрите, он белый становится, потому что пенопластовый цвет к нему попадает. Сонь, покажи мне эти кулаки Деда Мороза. Класс. Я Дед Мороз, я Снегурочка. Сейчас я покажу, что получилось. Посмотри на маленькую слизь эту. Вот на это посмотрите. Это глупо побольше. Смотрите. Держи, да, Алиса, я побольше возьму. Так. Все взяла! Класс. Посмотрите на мою. Класс. Блестящий. Ну, Соня, мало шариков, потому что это она с рук сняла все. Надо его помять хорошенько. Да, сейчас я его помну, чтобы он вымешался хорошенько. Так, я должна тебе помыть мою руку, потому что все застряло на руке. Соня, давай сюда. Ой. Он липкий. Сюда. Нет, он уже не липкий. Приятный? Он уже... Мешайте. Вместе мешаем. Давай, Лисочка, растягивай, посмотрим, какой он получился. Смотрите. Класс. Да, классный. Красиво.
Так, ребят, напишите в комментариях, вы хотели бы, чтобы вам такой слайм подарили на Новый год? Он такой приятный. Что скажешь, Соня, про этот? Крутой. Да. И мне он нравится больше, чем тот. Да, мне тоже. Он такой приятный. Глосси такое. Да, переливается. О, смотри. Ой. Вот это у нас уже новогоднее настроение. Сидеть в шарике. Так, ребят, кому понравился вот этот слайм, поставьте лайки, пожалуйста. И напишите в комментариях. Так, мы готовы для третьего слайма. Дети уже наполовину решили, что будут туда наливать. Я так понимаю, вот этот клей непрозрачный белый, да? Никита выбрал этот. Как его? Светящийся в темноте. Да, клей. Он правда чуть-чуть светит. Можем посмотреть? Я предлагаю золото добавить, все-таки Крисмас, да. Рождество без золота и еще вот такой золото. Согласны? Да. Да. Почему такой клей? Я думаю, что хватит. У нас же еще пузырек. А так? Светящегося. Да, наверное, хватит, да. А так. Нажимай. О-о-о. Я есть хочу. Слушай, он еще и с блестками. Красота. Ага, красиво. Давайте размешаем, посмотрим, будет ли в темноте светиться вот эта тарелка уже смешанная, вот этот клей смешанный. Так, светится. Классно, зеленый. Видно? Да, видно. Это электрический. Не электрический. Мы засыпаем. Ой, мешайте. Хватит, наверное, да? Давай я замешаю. Да. Я сейчас умру. Мама, не умирай, не умирай. Давай коричневая. Не будет видно, давай больше. Сонечка, еще насыпь, там вся красота пропала. Теперь будет видно. Ой, ну теперь какой-то... Наверное, надо было прозрачный слайм делать из этого. Прозрачным клеем. Белое вот это съело, конечно. Нужно просто больше блесток налить. Давайте вот этого всего добавим. Ой, ничего себе. Нормально, нормально. Смотрите, настоящее золото. У меня много осталось, представляете? Это не совсем золото без этого. Нет, здесь уже золото. Никита, осторожнее, ты дышишь этим. Вы видите это? Да, там надо из этих. Это больше как копер. О, вот это мне уже нравится. Цвет. Сейчас, дай поближе к свету поднесу и покажу. Смотрите, медный получился. Будем еще желтый сыпать или медный оставим? Больше желтого. Это само этого тоже, да, саданет? Не надо больше. Так, ну что, желтое лишнее или не лишнее? Не лишнее. У нас получился медный клей. Дайте блестящий. Мне подышать. Подышать? Помешать? Помешать. Сонечка, лей. Так, буду заливать вот так. Угу. Сейчас у нас получится чудо-юдо. Давай. Рыба-слайм. Рыба-кит. Мешай. Чудо-юдо. Кота-кит. О, чуть-чуть отлипает. Загустяется. Побольше загустите. О, какая красота. Все. Все, больше не надо, я думаю. Так хорошо. Да. Так хороший слайм. Давай. Наверное, перелили. Да нет, не перелили, нормально. Да. Нужно так, я рукой буду мешать. Короче, это получился какой-то медный, золотисто-медный. Бронзовый, значит. Да. Я так делаю. Цирковой номер. Это, короче, получилась слизь, самая приятная на ощупь из всех. Она очень приятная. Посмотрите, как она золотая. И точно голос. Видно, вот, не знаю, эти золотистые. Давайте попробуем ножом этот намазать, потому что у нас прошлые металлические. Ножом? Намазывались вот так, размазывались ножом. Сейчас посмотрим, да. Мажется этот или нет. Мажется вроде. Мажется. Класс, да? Как и все слаймы, которые мы делали. Нет, не все, эти металлические только так мажутся. А, тоже мажется красиво. Класс. У нас получилось 3 слайма, и мы хотим, чтобы зрители написали, какой лучше.
вот такой в горошек, вот этот снежный. Да, круглый. Или должен был быть золотым, но он у нас получился, мне кажется, медным. Да, или мы еще понамешали, да. Дети, вам какой больше всего понравился? Да, мне тоже. Мне Никита, золотой. Тебе какой? Вон тот золотой, да? Ну, снежный никому не понравился. Он хороший. Ну да. Но один из самых хороших. На этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! Никита, что, хитрил, да? Да. Прошел один день, и мы хотим посмотреть, что произошло со слаймами, которые у нас с пенопластовыми шариками. Сейчас я вам покажу, что получилось. Посмотрите. Шарики все поднялись наверх, они просто лежат, чистые. А слайм внизу голубой. Ой, посмотри, какой там же. Какой цвет морской волны, мне кажется, получился. Классно. Очень красиво. На пластике. Красота. Красиво. Уже опять пенится. О, это что-то с чем-то.